Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. Почти 1500 крыш отремонтируют в Самаре к концу года. Городские власти готовятся к зиме. Услышал крики и быстро пришел на помощь. Житель Самары поймал преступника, избившего и ограбившего женщину. Для тех, кому за 50, в Самаре людям предпенсионного возраста дают возможность получить новую профессию. В Самаре полным ходом идет подготовка к зиме. Теплоэнергетики перекладывают трубы, строители ремонтируют кровли многоквартирных домов. Всего до конца лета планируется отремонтировать более 1300 крыш капитальным либо текущим ремонтом. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, все кровли, которые требуют ремонта, будут приведены в надлежащее состояние. Теплоэнергетики уже выполнили более 70% работ по перекладке труб, запланированных на этот год. Всего заменят более 7000 метров теплосетей. Власти работают для жителей, поэтому в данной ситуации задача, которую ставит губернатор о подготовке города в тепле и глава города, поэтому, естественно, сегодня штатно идет позиция по подготовке к зиме. Мы сегодня на рубеже, если будем говорить, перекладок, это процентов 70. Готовность у нас есть уже 3 закрытых объекта, один из них на Некрасовской, другой на Садовой, близки к завершению на Ульяновской у нас в этой части, поэтому... Неплохая готовность по Теннисной и Каховской. В Самаре продолжается ремонт дорог рядом с Крымской площадью. За качеством нового покрытия следят общественники. Первые образцы асфальта взяли на улице Аксакова. За дорожными работами следила Валерия Куценко. На улице Аксаковской берут пробы нового асфальта. Активисты Общероссийского народного фронта контролируют работы на этом участке. Эти образцы отправят в лабораторию для исследования на соответствие всем необходимым физико-механическим свойствам. В среднем проверка кернов выпиленных занимает порядка 2-3 дней. Думаю, на третий день у нас уже будет результат и будет видимость, насколько хорошо качественно уложено покрытие. Также контролируем за подрядчиками, чтобы своевременно вывозил строительный мусор с объектов, чтобы было удобно пользоваться жителям. Хотелось бы, конечно, чаще выезжать и, в общем-то, дороги проверять вот именно все так. Все три слоя внешне соответствуют заявленным. Но что скажет лаборатория, мы, наверное, дождемся все-таки результатов, и это будет более интересно, более важно. И хотелось бы, соответственно, чтобы мы вместе с вами потом уже как раз встретились именно в лаборатории, то есть совместно посмотрели, что с этим асфальтом. Рядом с Крымской площадью приводят в порядок 8 участков. Ремонт идет по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Готовность более 60%. Трафик в этом районе города интенсивный. Поэтому принято решение использовать при устройстве покрытия проезжей части дорог щебеночно-мастичный асфальт, в котором используется высокопрочный гранитный щебень. Этот материал выдержит все рабочие нагрузки. Помимо дорог, благоустроят и прилегающую территорию. Нам предстоит благоустроить территорию с правой стороны, с левой стороны. С левой стороны строится парковка перед зданием суда. Здесь будут тротуары, дорожки, освещение, видеонаблюдение. Естественно, там ограждающие какие-то конструкции, въезды, шлагбаумы. С правой стороны у нас предполагается придорожная плита, которая защищать будет газон от попадания туда всяких реагентов. Общественники планируют проверить качество ремонта и на других участках отремонтированных дорог. Валерия Куценко, Василий Колдашов. События. В Самаре ремонтируют не только дороги, но и дворы. Зона отдыха, детская площадка с антитравматическим покрытием, лавочки, урны, газон, молодые деревья, кустарники. Такой дизайн-проект жители улицы Чапаевской разработали сами. Сколько дворов еще отремонтировали по программе «Комфортная городская среда», знает Елена Малютина. На этом месте еще недавно была огромная лужа. Росли старые деревья с сухими ветками. А детям приходилось играть в соседних дворах. А сейчас так же быстро, как растут грибы после дождя, практически построили детскую площадку. Для нас как раз вот эта площадка самая актуальная. Да, потому что сейчас с внуками гулять где? Вот будем сейчас гулять здесь. Будет все хорошо. Вот, во-первых, покрытие будет травмобезопасное, дети не повредят ни руки, ни ноги, и будут качельки, детский город. То есть здесь будет все для того, чтобы дети наши отдыхали. Зона отдыха, детская площадка с антитравматическим покрытием, лавочки, урны, газон, молодые деревья и кустарники. Такой дизайн-проект жители разработали сами. Подрядчик выполнил 80% работ, осталось внести последние штрихи. Подготовка площадки под травмобезопасное покрытие.
ограждения мы здесь устанавливаем, освещение, благоустройство делаем, засыпаем землей, сажаем деревья. По программе формирования комфортной городской среды в Самарском районе приведут в порядок 4 площадки. Благоустраивается на основании пожеланий жителей. Вот на данном адресе были очень сложные деревья, тополя, они старые и очень ломкие, поэтому было много мероприятий по корчеванию пней и удалению старых деревьев. В День знаний жители ближайших домов смогут уже привести детей на новую детскую площадку. В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» облагоустроят Крымскую площадь, сквер Фадеева, сквер у храма Кирилла и Мефодия, бульвар Металлургов и 40 дворов. Елена Малютина, Максим Гусев, события. Женские крики, погоня и торжество закона. Обычный самарец задержал преступника. Подробности выяснил наш корреспондент. Женщина кричала: «Помогите!» Вот, невнятно все это, я подбежал, вот, она, ну, вся окровавленная была. Для Александра Полякова это была обычная вечерняя прогулка с собакой. Но стоило ему выйти из подъезда, как он услышал женские крики. Александр кинулся на помощь. Оказалось, что в подъезде соседнего дома избили и ограбили женщину. Александр убедился, что ей уже ничего не угрожает, и побежал за преступником, который попытался скрыться. Шла я домой с работы. Вдоль подъездов. Возле подъездов никого не было, что-то сзади ширкало. Но я даже внимания на это не обращал. Открыла домофон, повернулась. Мужчина прошел вперед, смотря на окна. Я что-то подумала, что он, может быть, хочет в окно постучаться, или зашла. И прям внезапный удар сзади был. Грабителю не пришлось долго бегать. У Александра Полякова хорошая физическая подготовка. Он занимается смешанными видами спорта. В итоге преступник спрятался за гаражи, где его и нашел Александр. Особого сопротивления не было. Злоумышленник оказался в шоке. Парень вызвал полицейских, которым и сдал грабителя. Сам Александр вполне прозаично относится к своему поступку. Я как-то отнесся к этому. Ну, надо помочь. Дальше я ни о чем не думал. Просто задержать надо было еще. Задержанным оказался 32-летний житель Кинельского района, ранее неоднократно судимый за наркотики. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый арестован. Преступнику теперь грозит до 7 лет тюрьмы. Ну а Александр Поляков продолжает заниматься спортом, чтобы в будущем, возможно, помочь кому-то еще. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. Летние каникулы с пользой. В Самаре в этом году трудоустроили подростков на 30% больше, чем в прошлом. По муниципальным и областным программам работают более 3000 человек. Подробнее Елена Малютина. Олег, сегодня тебе, как всегда, такое же задание. Сегодня ты мне раскладываешь витрины, оформляешь витрины в зале. Пожалуйста, приступай. Летние каникулы Алина Латыпова проводит с пользой для семейного бюджета. Работает на почте по 5 часов в день. Рассказывает, дома сидеть без дела скучно. Здесь можно получить драгоценный опыт, новые знакомства. Такая практика помогает и определиться с будущей профессией. Я раньше не знала, как это хранится, как это вообще работает. Это помогает, потому что ты сразу понимаешь, кем ты хочешь работать, кем ты не хочешь работать. Хочешь ли ты быть почтальоном или все-таки хочешь больше как-то связать себя с офисной работой. Помощник специалиста, садовника, вожатого, подсобный рабочий, уборщик территорий. Для подростков подбирают несложную работу с учетом их пожеланий, которая не требует высокой профессиональной квалификации. За лето по муниципальным и областным программам трудоустроено более 3000 человек. Доволен и работодатель. Для него юные помощники – дополнительное подспорье. Я считаю, что это очень хорошо и для нас, потому что помощь все равно осуществляется. Трудоустроиться можно с 14 лет. В молодежном центре «Самарский» учитывают все пожелания подростков. Всегда соблюдают главные требования. Работа должна быть рядом с домом, четкий график, количество отработанных часов не должно превышать нормы. Для каждого возраста она своя. Например, в 14 можно трудиться только 4 часа в день, в 15 – 5, а от 16 до 18 лет – 7. В этом году количество трудоустроенных ребят выросло на 30%. В
В целом по городу мы трудоустраиваем более чем 100 предприятий. В каждой организации определяется наставник, который непосредственно работает с ребятами. В осенне-зимний период также планируют трудоустройство подростков в свободное от учебы время. Но для этого нужно в обязательном порядке принести заверенное расписание с места учебы. Елена Малютина, Максим Гусев. События. Для тех, кому за 50, в Самаре людям предпенсионного возраста дают возможность получить новую профессию. Пекарь, повар, закройщик. 27 специализаций на выбор. Каждой можно обучиться за 3 месяца. Елена Малютина побывала на вручении свидетельств первого выпуска учащихся по профессии парикмахер. Ирина Бухинская много лет работала бухгалтером-экономистом, но всю жизнь хотела стать парикмахером. И вот теперь, когда пенсия на горизонте, решила наконец осуществить мечту. Объявление на двери колледжа о том, что идет набор на бесплатное обучение парикмахерскому искусству, помогло кардинально изменить жизнь. Проект, я считаю, очень замечательный, потому что, знаете, вот на возрасте уже предпенсионном узнать что-то новое, прожив полвека в жизни и узнавая новые, как говорится, новые прически, новые технологии, я считаю, что это очень интересно. Мне это заинтересовало. И люди, которые вот наступают в предпенсионный возраст, они, наверное, немножко в растерянности. Я считаю, что мне лично повезло, потому что я приобрела новую профессию, абсолютно бесплатно. Я думаю, что там своих внучек вообще всегда хочется. Там, ну, я теперь очень много навыков делаю. То есть я могу, знаю, вернее, я могу себе красивую, грамотную прическу сделать, там, деткам что-то там посоветовать. В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна парикмахерскому делу обучились более 40 человек предпенсионного возраста. Занятия проходили в 2 смены. Расписание составляли с учетом пожеланий слушателей. По окончанию курса студенты доказали свои знания на демонстрационном экзамене. В предпенсионном возрасте очень часто люди задумываются о том, что есть необходимость реализовать какие-то юношеские мечты. Если кто-то раньше мечтал быть парикмахером, то сейчас у них предоставилась такая возможность за счет средств федерального бюджета. Только лучшие техникумы и колледжи имеют право на переквалификацию людей предпенсионного возраста. В Самарской области таких 15. Свой профессионализм они доказали в марте на конкурсе, который прошел благодаря соглашению Министерства образования и науки Самарской области с Союзом агентства развития сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы World Skills». С группой работали сертифицированные эксперты, которые утверждены Академией World Skills. Все, что мы делаем, это жесткие, четкие правила. Это нелегкая, но ответственная работа, в которой мы и принимаем участие. И работа была достаточно сложной, потому что они получили и навыки во время практических занятий, они получили очень много теоретического материала, но мало того, они должны были подтвердить свои компетенции, которые ими приобретены во время демонстрационного экзамена. Поэтому сегодня, конечно, для них большой праздник. Пекарь, повар, закройщик – 27 профессий на выбор. Курс длится 3 месяца. Обучают людей старшего возраста не только по нацпроекту «Демография», но и по проекту «Образование», которое входит в федеральную программу «Новые возможности для каждого». Освоившим новую профессию помогут и трудоустроиться. Во-первых, они будут владеть новой профессией. Во-вторых, они могут трудоустроиться. Сегодня мы познакомимся с одним из работодателей, который уже готов принять первых выпускников на рабочие места. На мой взгляд, это очень правильно, это своевременно и это эффективно. По региональному проекту «Новые возможности для каждого» нацпроекта образования до 2024 года планируют обучить около 2 миллионов человек. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов. События. А теперь коротко о других темах дня. Департамент градостроительства Самары через суд требует сноса молельного дома евангелистов из первоапостольской христианской миссии «Милосердие Благовестие». Одноэтажное здание площадью почти в 500 квадратных метров находится в поселке Мехзавод. Департамент в арбитраже требует признать объект самовольной постройкой и обязать религиозную организацию снести ее за свой счет, а также демонтировать забор из профнастила на самовольно занятом земельном участке площадью более 2000 квадратных метров. Предварительное заседание по делу назначено на 30 августа.
Название стадиона «Самара-Арена» могут изменить. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в интервью ТАСС. Вопрос предстоит решить самарцам. Учитывая тот факт, что Самара является космической столицей России, есть предложение переименовать стадион в «Космос-Арену». Напомним, на прошлой неделе федеральные власти выделили на стадион почти 6 миллиардов рублей. Таким образом, «Самара-Арена» стала самым дорогим спортобъектом, построенным к Мундиалю. Ремонт в квартире, который едва не закончился трагедией. В Нефтегорске 12-летняя девочка вместе со всей семьей обдирала обои в комнате. Когда она спрыгнула со стула на пол, налетела горлом на нож. Ребенок потерял очень много крови, и его госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре в социальных сетях местные жители попросили помочь девочке. Ей потребовалось переливание крови. Искали первую группу резус-положительный. Горожане откликнулись на просьбу. Тем не менее, пока оценить состояние пострадавшей сложно. Стук колес, горячий чай в фирменных подстаканниках и красоты волжских пейзажей за окном. В Самарской области запустили новый культурно-туристический проект для художников и ценителей изобразительного искусства «Поезд на пленэр». Анатолий Головко пообщался с авторами идеи и готов рассказать, что ждет путешественников в ближайший уикенд. Отдых по системе «Все включено», как панацея от серых будней. Теперь в Самарскую область едут за вдохновением. На выходных в селе Ширяево соберутся художники-любители и художники-профессионалы со всей России. На холстах замрут волжские пейзажи и хребты Жигулевских гор. Курировать живописцев будут опытные дизайнеры, монументалисты и художники. После чемпионата мира Самара стала открываться еще более активно. Мы впервые почувствовали, как это интересно принимать гостей. Людей в чем-то не похожих на нас, и рассказывать им о том, в каком замечательном регионе и в каком прекрасном городе мы живем. Для гостей, которые поедут на пленэр, подготовили насыщенную культурную программу. Они смогут насладиться поездкой в комфортабельных вагонах, познакомиться с историей города на экскурсиях, провести ночь в отеле, совершить прогулку на теплоходе по Волге до Ширяева и посетить самые знаковые места живописного села. География туристов первого рейса весьма богатая. Художники из Москвы, Уфы, Ярославля, Оренбурга, Орска, Пензы и Брянска уже забронировали путевки. С точки зрения целей проекта, мы их структурировали на цели государственные, цели субъекта и цели нашего холдинга как инициатора проекта. И они все, безусловно, находятся в зоне развития внутреннего туризма. Стоит отметить, что художники со всех уголков России собираются в Ширяево каждое лето. Они создают свои картины прямо на берегах Волги. Один из них – Андрей Баранов. Мастер живет в палатке в условиях дикой природы. За вдохновением далеко ходить не приходится. Это будет здесь на водном мотоцикле. Ну, в общем, такой летний нарядный день, чтобы человек мог прийти там зимой, длинными зимними вечерами, смотреть на это дело и как бы возвращаться в позитив. Напомним, «Поезд на пленэр» стал продолжением проекта «В театр лучше поездом». Туры выходного дня приобрели популярность еще весной 2019 года. Гости из Пензы первыми оценили туристический потенциал Самарской области и окунулись в культурную жизнь города с головой. Они успели заглянуть за кулисы, а также посетить самые интересные экскурсии, которые подготовили организаторы. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Хореографические, невербальные и драматические – такое разнообразие театральных постановок представят участники Самарского парафестиваля «Театр. Территория равных возможностей», который пройдет с 9 по 11 сентября. На одной из репетиций спектакля «Фрида» побывала Валерия Куценко. Дмитрия Бонарцева каждая репетиция повергает в трепет. Говорит, на театральной сцене выступать ему еще не приходилось. Но когда увидел сценарий режиссера Екатерины Сизовой, согласился играть в спектакле, не раздумывая. Образ главной героини Фриды, которая жила и творила ежедневно, превозмогая боль, близок к Дмитрию. Играю я достаточно небольшую роль, но распространенную на всю продолжительность спектакля. Это роль посетителя музея Фриды Кало. Спектакль меня зацепил своей визуализации, сюжетом, который отражает всю биографию художницы. Приходите, будет красиво. Спектакль очень интересно воплощен, имеет интересную концепцию. Режиссер Екатерина Сизова, очень талантливый человек. Импровизация и свободная пластика. На сцене театра «Самарская площадь» покажут постановку о настоящей женщине со сложной, но безумно интересной судьбой. В образе знаменитой художницы актеры видят себя. Мы – инклюзивный коллектив, и театр «Танцы не похожи». Мы сочетаем в себя как раз-таки эту идею, что все в этой жизни для нас нипочем.
что мы никому ничего не доказываем, мы ни за что не боремся, мы никуда не бьемся, мы живем и творим свою собственную жизнь. Так, как мы ее чувствуем, видим, так же жила она. Она рисовала так, как умела, она жила так, как умела, она чувствовала очень тонко и отражала себя, свои внутренние ощущения на свои холсты. Для меня сцена – это холст. Для меня сцена – это маленькая жизнь, на которой можно проиграть все чувства. Хореографические этюды, невербальные постановки, драматические спектакли. На фестивале представят разнообразную программу. Каждый номер особенный. В фестивале принимают участие лучшие из лучших. Заявки подали 30 коллективов со всей Самарской области. Но только 9 выйдут на театральную сцену. Те, кто прошли вот этот строгий отбор, они уже все будут лауреатами фестиваля. У нас есть призовой фонд, который правительство вам выделило. Поэтому все победители получат сертификаты, денежные сертификаты. Погрузиться в мир театра и искусства без границ сможет любой желающий с 9 по 11 сентября. Валерия Куценко, Константин Головин. События. А театр «Самарская площадь» свой новый театральный сезон открывает 15 августа. Зрители смогут увидеть постановку «Человек из Подольска». Это комедия о том, какой должна быть полиция в современном мире. Простой парень попадает в полицию, готовится к унижениям, а сотрудники оказываются вежливыми интеллектуалами. Сахарные пакетики тоже могут стать предметом коллекционирования. Житель Самары Олеся Корецкая собирает их уже больше 10 лет. Подробности узнал наш корреспондент. Ее зовут Олеся, и она глюкофил. Так называют людей, которые коллекционируют пакеты с сахаром. Увлечение Олеси Корецкой началось неожиданно, когда девушка поехала волонтером в Вену. В кафе увидела необычный сахарный пакетик в форме губ. С тех пор из каждой поездки она привозит новые образцы для своей коллекции. Это как фотоальбом, только не с фотографиями, а это как бы мои воспоминания, которые я могу взять в руки и, посмотрев на них, о чем-то поностальгировать. Франция, Казахстан, Прибалтика. Эти пакетики – личная географическая карта Олеси. Долгие годы о ее увлечении знали только родные. Стоило рассказать друзьям, и коллекция стала стремительно пополняться. Выяснилось, что есть целые сообщества людей, которые коллекционируют сладкие пакетики. Запомнились одни из последних вот этих вот из Азербайджана. Я почему-то, когда получила их в подарок, решила выложить пост в социальных сетях, что... И признаться людям, что я глюкофил. И было удивительно, вообще приятно, что люди так реагируют, что «Да ты что, ты собираешь сахар? Как интересно!» Сахар из Европы и Азии уже в коллекции Олеси. Теперь мечта пополнить коллекцию пакетиками с американского материка. Лариса Шлафас, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. В очередной раз Самарская набережная станет спортивной и развлекательной площадкой. На ней с 14 по 18 августа состоится фестиваль пляжных видов спорта. Какие сюрпризы ждут жителей города и гостей-участников соревнований, узнаете далее в сюжете. Все любители пляжных видов спорта соберутся на Самарском песке. В конце недели на набережной около 500 спортсменов поборются за призовой фонд в размере 1,5 миллиона рублей. Им предстоит выяснить, кто из них лучший в пляжном волейболе, футболе, регби и теннисе. Синоптики говорят, погода спортсменам будет только на руку. Погода обещает наладиться к началу соревнований, но если вдруг какие-то будут погодные неприятные ситуации, мы ко всему готовы. Зрители соревнований смогут поучаствовать в различных конкурсах и получить памятные призы и подарки. Самара Open Comus Fest – это крупнейший фестиваль по пляжным видам спорта, который проходит уже в 4-й раз. Участвовать в нем будут представители 30 городов России. Также приедут спортсмены из Эстонии, Литвы, Германии и Канады. В число участников входят не только профессионалы, но и любители. Представители самарских команд могли комфортно готовиться к соревнованиям все лето. Мы с начала летнего сезона уже готовим площадки для того, чтобы жители города могли заниматься любимыми видами спорта на пляже. Награждение спортсменов пройдет с участием победительницы регионального кастинга международного конкурса красоты «Мисс Офис». Любой желающий может прийти поддержать спортсменов и поучаствовать в конкурсах с 14 по 18 августа на Первомайском спуске набережной реки Волга. Никита Борисов, Николай Епифанов. События. На этом выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на YouTube. Всего вам доброго. До свидания.